Ночью 6 апреля из Бишкека была направлена гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения жителям Казахстана. 15 грузовых автомобилей загрузили рисом, сахаром, мучными изделиями, одеждой, матрасами, электроизделиями и палатками. Водители, помогите нам! Проводим различные курсы. Наш потенциал очень значительно вырос. И мы думаем, мы готовы ко всяким природным, техногенным чрезвычайным ситуациям. Всю помощь кыргызская сторона переправила через контрольно-пропускной пункт на границе. Груз встретили представители МЧС соседней страны. В Казахстане сложилась сложная ситуация. С наступлением весны на 10 регионах Казахстана идут наводнения. Казахстан для нас стратегическая страна. Казахстан имеет характер стратегических союзных отношений. На данный момент сложившаяся ситуация по решению нашего президента Садыра Нурбек Жапарова был сформирован специальный груз, который сегодня будет доставлен в Казахстан. Утром 6 апреля от имени Кыргызстана поступила гуманитарная помощь. Весь груз направим через Жамбул в Актобенскую область. Там объявлена чрезвычайная ситуация. Ранее весной в соседней республике начались масштабные паводки. Больше всего от талой воды пострадали сельчане в регионах. Спасатели провели массовую эвакуацию. Дороги размыло даже в крупных городах Казахстана. В Актобе из-за подтопления закрыли взлетно-посадочную полосу. Кроме того, режим ЧС объявили Кокшетау, Уральске, Аягөзском районе, Аркалыке и двух районах Костанайской области. Вместе с тем, по прогнозам специалистов, ожидается повышение уровня воды. Ситуация находится под контролем республиканского штаба страны. Усен Кульбаев, Азамат Кадыртуктоев, Алатау 24.